Так, давайте тех людей вернем, которые незаконно уволил. Так, если вот зарплату, которые люди, это не работали эти месяца. Законно, которые уволил. Все. Люди не работают, их уволили незаконно. Он делает что будет, сильный план. Ну, рассказывай. Уволили на то, что он уволил. Вынести его на ДДСЮ. Оружие есть вперед. Работайте на частный сектор. Сейчас дала. Что хотите, то идите. Вы интересны. Хотим в воде, хотим нет. До этого выступал Ромашук. 6 домов, 6 квартир, миллион на ворвался,